его договору, это была просьба Иисуса Христа, потому что если бы не было бы акта предательства, не было бы и распятия Иисуса Христа. А если бы не было распятия, то и не было бы и воскрешения Иисуса Христа. То есть это были события, как бы сказать, из... Ну, так все было задумано. Как говорил Франклин Делано Рузвельт, в политике случайности не бывает. Если что-то произошло, значит, так и было задумано. Принято.